Роман приехал из деревни, что-то привез. Давай, разгружай, что там? Мир вам. Все подряд снимать. Что такое? Ну что? Что? Надежду Васильевну уже не все увезли. Вот еще часть продуктов. Что там? Морковка? Да. Роман сломался, пришлось перегрузиться. Все подряд. Так, больше ничего нет. И вот это все. Еще кирпич остался в машине. Так, вы, да, иди, мы потом разберемся, да? Встречай. Ну. Есть картошка, морковка есть. Ну просто там мелкую. Потеряевка снабжает Барнаул. Да это она сама вырастила, это и. Ну вот то-то и оно. А в городе-то она бы еще вырастила-то. Ну. Только стонала бы ходила. Врачам. Ну, да заходи, что ты там сидишь? Врачам бы надоедала, ходила тут. Вот и все. Креолином нам. Креолином, слышно, намазала. Обмазала все креолином. Так, там. Как хорошо в деревне жить. Всегда помощь есть кому-то. В этом. На первом месте еда. На втором одежда, на третьем жилье. Потом. Сейчас надо все под камеру. Что, выпустите? А я не знаю. Все, надо выпустить и закрыть. Нет, она божит. Меня выпустит, она к сестре поедет. А этот еще сидит там. Чуть-чуть сидит. Вылазь к Наде, отдохни маленько. Давай, матушка тут сидит, Людмила. Как хорошо в деревне-то жить. Все получают чего-то. У меня руки дрожат. Сейчас выступление Новикова, как он в тюрьме сидел по 190, 10 лет дали. За что? Он вызывает всяческое уважение, рассказывает, как... Ну, у меня многое там было, но так не было, чтобы по стене лед был, и он там сидел, как... В карцер меня не сажали. Полковник КГБ потом, когда узнал, Никулин, что меня посадили, говорит, дураков-то, говорит, и у вас, у нас хватает. Он на пенсии был. Я, говорит, пришел и сразу сказал, кого вы взяли, какой он вред кому принес. То есть, ну, там они видели вред государству, а у меня нет. Осудить-то осудили, а ничего нету. Ну и молитва за этого-то, видать, еще не было. Так ты это, туда ее провалил, с той стороны, чтобы надо дверь-то туда провалилась. У тебя она наоборот идет. Заново сделай, чтобы она туда провалилась. У тебя видишь, куда она оттопырилась. Ничего не сделать. Вот так, открой. Теперь вот туда. Вот теперь заталкивай. Все. А так она будет шлепать. Во, видишь, она как плотно берет теперь. Все, там привязывать надо. И с той стороны. Так.